Все уже там. Пока, пап. Сегодня город потряс взрыв. От режиссера «Казино Рояль». 20 тысяч фунтов за имена взрывников. Мы так не работаем. Алло. Мистер Хеннесси, он снова здесь. Пятый день подряд. Что ему нужно? Его дочь погибла при взрыве. Мистер Хеннесси, прошу вас, выясните имена взрывников. Я работаю на правительство, а не террористов. Но раньше вы на них работали. Я не знаю, кто они такие. Я вам не верю. Это он. Вы назовете мне имена взрывников. Этой осенью. Он подготовлен. Возможно, спецназовец. Стой! Она заминирована! Имена. Он может добраться до вас. Что происходит? Он думает, что я знаю, кто взорвал его дочь. А ты знаешь? Somebody say a prayer for me. Его ищет половина города. Не доводите до предела хорошего человека. Он старик, который бегает вокруг нас. Постоянно на шаг впереди. Открой. Вы не знаете, с кем связались. Знаю. А вы? Иностранец. С 13 октября.